Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас я попрошу курочку выйти. Вот у меня вторая курочка мама, будущая мама или прошлая. Сейчас постучу. Да. Попрошу ее выйти. Раньше я так вызывал цыплят на прогулку. И она запомнила 3 месяца. Это уже несколько раз я так. Так, вот еще осталось закрыть. И в принципе все. Сейчас мы посмотрим, как они будут дружить. Вот так вот. Не будут они дружить. Значит, питание мы поставим дальше. Но цыплята, в принципе, сыты, так что особо ничего не должно случиться. Не любит, значит, чужих. Ну что ж, или вернее любит только клюнуть. Что ж, посмотрим. Сейчас им места хватает, а когда уже вылупится новое поколение молодое, то будем разделять. Пока у меня одна такая клетка. Так, уводит. Разделим их перегородкой, и они будут жить апартеидно. Раздельно жить, раздельно питаться. Я думаю, и эти цыплята вот такие уже будут нападать на меньших и клевать их. Так что с виду они такие вот такие вот забавные, а на самом деле такие же хищники, как и остальные куры. Вот тут цыпленок, самый крупный, который был. У него сейчас самые большие ноги. Так и назову его. Большеног. А все остальные уже поменьше будут. Похоже, только одна курочка. Вот без хвоста, светлая. А все остальные будут петушки. Ну, петушки так петушки. Посмотрим. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев. Это одновременный выгул 2 квочек. Вот такой и будущей квочки, которая сидит на своих чемоданах. Вот уже так отполировала их. Сколько дней уже сидит. Сегодня 27 апреля. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой, смотрите обновления. Пока!